Всем доброго времени суток. Здравствуй, Пашенди мальчик. Здравствуй. Ладно. Я продолжаю проходить Манхант Охотник на человека. Значит, в прошлой серии мы познакомились с вами с новыми врагами, довольно мощными врагами, которых убить не так-то просто, и которых прямо, я бы сказал, обязательно нужно убивать скрытно. Потому что либо скрытно, либо огнестрелом. Так, я, получается, вчера одного пытался убить и ближним боем. Ничего не получается. Ну, просто враги, они такие усиленные. Зато я с дробаша, с обреза убил его прям с первого раза, прям с одного выстрела. И то плюс. Значит, прошлая серия была «Земли для штурма», нынешняя серия называется «Ноша Кэша». Мы ее начинаем. Hold up, Cash. You and your family weren't exactly close, am I right? It's just that I thought it would be nice to have a surprise reunion. But these war dogs didn't see it my way, and they've taken matters into their own hands. They're using them as bait, Cash. Bait! I know! I can hardly believe it myself. Each time they spot you, these war dogs are gonna execute one of your beloved family. Короче, нужно спасти этих людей. И прежде чем мы побежим, я вам скажу, что я поставил фильтр, белый фильтр в прошлой серии, но этого делать не стоило. Не потому что Пашенди мальчику это не понравилось, а потому что сама по себе игра такая, что даже несмотря на то, что при просмотре видео будет низкая яркость, так и должно быть, потому что игра на это и сосредоточена. Поэтому если вы не можете посмотреть в дневное время, смотрите в вечернее время, когда уже темно. Тогда все будет видно. Короче, так и надо, собственно, эту игру проходить. Она и должна быть такой темной, потому что у нее такая структура, такая атмосфера. Мы на новом уровне. Тут, как всегда, бегают какие-то крысы, какие-то мыши. Мы сразу же находим какую-то веревку. Так, бутылка у нас есть провод. Нам это не надо. У нас провод есть. А, ну это у нас он и есть. Это то же самое, по сути. Значит так, чтобы понять, где у нас враги, мы ищем темное место и тупо стучим. Как-то он резко появился, слышь? Как-то резко появился. Будем проходить без мата, но я буду проходить без мата, народ. Но если будет хоть одна херня, то я буду материться как сапожник, потому что мне, кажется, тоже я человек, я не это самое. Я не робот, что прям идеально все проходить. Что-то не получается, я начинаю бомбить. Буду ругаться, материться. Поэтому игра золотая середина. То есть между матом и хорошим культурным прохождением. Когда все будет хорошо, будет культурное прохождение. Если все будет плохо, будет... Ну вы поняли. Все, значит, еще подзываем. Тут, возможно, не один враг. Итого у нас, кстати, уже с вами... Если я не ошибаюсь, получается 7-я серия, по-моему, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, я уже забыл. Так, стучим. Стучим, подзываем еще врагов. Тут никого нету. А это говорит о том, что можно побегать. Так намного быстрее. У нас с вами две развилки. А, нет, это уже не развилка, это... Нет, это какой-то тупик. Один. Начинается. У него еще и огнестрел, ну ёлы-палы. Начинается, блин. Только не говорите, что он заскриптован, как тот придурок в прошлой серии. Сейчас он убежит. Только не... А, я думал, он меня спалил. Кстати. Я правда так подумал, что он меня спалил. Так, ладно, давайте сейчас ищем. Ох ты. Сука! Скотина. Скотина, блин, народ, вы гляньте, вы гляньте, что делает, вы посмотрите просто. Скотина, блин. Сейчас я тебя, блядь, сейчас тебе мало не покажется, выродок тупой, блин. Иди сюда. Только не убегай, пожалуйста. Вот тебе, блин, скотина. Получи. О, можно обменять. А, я ничего не понимаю. Типа, как огнестрел можно обменять на лом.
Это же типа два разных оружия, у них две разных специфики. Типа, что за бред? Как это так? А что у нас есть еще из... У нас провод есть. Ну, провод у нас... Хотя, не знаю, давайте обменяем, наверное, что. Давайте, наверное, обменяем. Все. Тут надо, короче, чтобы обменять, надо удерживать колесико мыши. То есть нажать на колесико мыши и удерживать. Почему в прошлой серии я затупил? Прости, Пашенди, мальчик. Все, значит, мы сейчас у нас только из оружия ближнего боя осталось, получается, только провод один остался. Я не знаю, насколько нам его хватит, я этого даже не знаю. Много мыслей, народ, много мыслей. Постараюсь не тараторить, и тут какое-то пятно непонятное. Что это за пятно? Что это? Это какой-то дым, пар, что ли? Что это такое? Давайте еще постучим. Надеюсь, нам никто не скажет. По голове себе постучи. Надеюсь на это. Так, значит, тут пока что-то никого я... А, вот, первый, кстати, заключенный. Давайте его освободим и заодно возьмем аптечку. Потому что у нас ХП мало. Так, давайте, наверное... О! Не, я не буду это обменивать. Так давайте его освободим. А, нам придется. Нам по-любому придется обмениваться. Потому что нам нужно его освободить. Нажимаем пробел. Освобождаем заключенного. Ну, типа, на самом деле, по-моему, если я не ошибаюсь, можно вообще проходить как? Можно их даже не высвобождать, по-моему. По-моему, я не помню точно, но, по-моему, можно их не высвобождать. Просто рейтинг упадет, будет ниже. Ну и типа, зачем он вообще здесь? Чтобы их освободить. Это, по сути, его задание. Это его миссия, бляха-муха. Так что нужно делать то, что нам говорит игра. И чуть-чуть не, ничего, не, не более, не менее. Так, значит, тут какой-то... Ага, вот, враги сразу появились. Я уже это и так почувствовал. Так, стучим. Тут я уже троих вижу, народ, уже троих. То есть это уже, я не пойму, что это вообще, как это понимать. Если он пойдет сюда, это капец. Не-не-не-не-не-не, друг, не иди сюда. Чё? Ни в коем случае. Ага, тут... Они, короче, палят друг друга. Они, короче, друг с другом ходят, они палят. Я даже, честно говоря, не знаю, как это пройти, потому что если я убью одного, меня спалит второй! И будет... Не буду говорить, что. Точнее, я скажу, если меня разозлят. Я буду ругаться матом, только когда будет происходить что-то очень серьезное и неприятное. Тогда я буду материться. Ну, собственно, как и все люди русские. Это же логично. Ну, типа, мат это плохо, это некультурно. Но когда происходит дичь, мат необходим. Без мата никак, народ, серьезно. Любой, кто поскользнется, обязательно скажет «блядь», например, любой. Ты поскользнулся, у тебя вырывается сказать это слово. Ну, ладно, не будем пространственно рассуждать, будем углубляться в игру. Так, и тут давайте еще раз постучим. Просто мне страшно то, что их несколько входит. Вон они как раз двое зашли вместе там вдалеке. Давайте это попробуем убить скрытно. Так, как раз они ушли. Отлично. Давай, разворачивайся. Разворачивайся! Что значит не? А вот, все. Отлично. Блин, слушайте, а у нас еще топор. Блин, я не знаю, что сделать, народ, на самом деле. То ли брать этот меч, кинжал, то ли... Давайте возьмем пока его. Потом, когда я их убью, я поменяюсь. Когда я их убью, я обратно поменяю. Так, а где те-то? Капец. А, кстати, давайте еще провод сейчас возьмем как раз. Так, осторожно. Переборщили немножко. Какую-то вообще винтовку вы видели, народ? Надеюсь, она у него не с ультрафиолетом. Надеюсь. Этого в первую очередь надо убить, потому что у него огнестрел. Так, эти вроде бы уходят. Да, отлично. Ха!
Скотина. Фух, капец, он сейчас спалит. Они даже вернулись, ничего себе. Капец. Тупой звук на самом деле. Кинжал, мне чем этот кинжал не нравится? Тем, что, блин, он им долго убиваешь, уже тебя спалить в это время успеет, пока ты убьешь. Зато мы всех врагов убьем. Нормально, все. Нам надо где-то, короче, обезболивающее найти. Беги сюда быстрее. Индюк тупой. Чё там бормочешь себе под нос, блин, скотина? Тупой звук, на самом деле. Давайте, короче, обменяем с вами. Обменяем на лом. Ломом быстрее убивает. Потому что, ну, это оружие, блин, такое. Оно убивает долго. Даже это даже самое слабое убийство, и то оно очень долго убивает. А какое тогда будет красное убийство? Это же вообще капец будет. Вроде бы всех убили. Так. И давайте обменяем обратно. А что нам вообще меняем? У нас же... Блин, давайте обменяем. Так. Не забываем, что у нас еще бутылка. О, кстати, обезболивающее, отлично. Так, давайте встанем. Спрячемся. Нет. Видимо, это были все враги в этой локации. Никто не привлекается. Не суть. Короче, мы вроде бы убили тут всех. А теперь идет новая подлокация. И тут сейчас появятся еще враги. И прежде чем мы будем привлекать, мы найдем потайное место. Например, вот это. Ага, слышу. Ага, уже чувствую, да, вижу. Я уже понял. Сука! Сука! Мразь ебаная! Мразь ебаная, блядь. Пидорас, блядь. Такой. Чтоб тебе пусто было, блядь. Сейчас развернется, блин, резко, я его знаю. Скотин. Давайте сейчас еще раз его позовем. Да, какого ж хрена-то? Я же все сделал. А! Так он не может мне спалить. В смысле? Какой-то про этот... Какой-то дебил, блядь. Я не знаю, как его назвать. Скотина, блядь. Где ты? Беги сюда! Высрашь слона, блядь. Вон стоит. Да их даже два. Так, вот он один. Но это у него обычная мачете, короче. Вот, нам нужно того привлечь. Они вдвоем ходят, это хреново, блин, народ. Потому что так убить будет сложно. Я и так перепрошел всю эту хрень опять заново. Но вы не видели, потому что я это перемотал. Так, он смог. Вон, все, он уходит, отлично. Я не знаю, как его привлечь снова. Он сейчас, наверное, скорее всего, спрыгнет. И надо его как-то убить. Так. Давайте наблюдать просто. Я не буду ничего говорить, чтобы не отвлечься. Сейчас он спустится, мы его быстренько подкрадемся сзади и убьем. Тот-то вроде бы ушел. Так. Сейчас, если я стул стукну, то он меня спалит, я думаю, сразу же. Так, вот он, отвлекся. Отлично. Вот еще есть темное место. Отлично, все. Вот, надо ломом убивать, народ. Я решил не брать пистолет,
в смысле маху, я решил ломом убить, потому что лом это самое то. Он так быстро ломом убивает, это прям топ вообще. Топовое оружие ближнего боя. Мачете это хрень, на самом деле, мачете. Мачете это хрень, потому что и долг убиваешь. Сначала его оглушает, потом садится. И он начинает бить. И даже его 100 раз успеет пальнуть, пока он так делает. Сейчас, короче, он развернется, и я его убью. На этот раз я тебя убью, скотина. Понятно тебе? Да это невозможно! Я вообще не пошевельнулся! Это бредятина. Сука! Мразь, блядь. Тебе пизда, нахуй! Я бы достаю, блядь, дрободан, нахуй! Тебе пиздец, блядь, дебил! Тебе пизда, нахуй! Иди сюда, блядь, долбоёб! Я тебе сказал, тебе пиздец, значит, тебе пиздец. Иди сюда, давай, беги, тебе пизда! Давай, беги сюда, давай! Иди, давай, беги, дрыщ ебаный, блядь! Давай, беги сюда! Чё ты там встал? Давай, беги сюда, сцекло! Дрын, блядь, тупой! Скотина, блядь, сука! На, блядь, мразь, сука! Взял девушку, убил! Я из-за этого на 50% прошел только игру. Скотина. Тварь, блин. Взял девушку, убил. Я не хочу перепроходить. Я мог бы, по сути, перепройти тупо этот момент. Но я не хочу перепроходить. Он девушку убил, скотина. В аду ему гореть мало, блядь. За такую хуйню. Не суть. Короче, вот, видите, я матерюсь. Вы видите, происходит ситуация такая, что я материться. И правильно делаю. Правильно делаю, потому что ситуация такая происходит. Он не умеет. Как тут вообще прыгать-то? Не, он тут просто... Он тут, короче, никак. Он тут ничего не получится. Капец, короче. Иными словами, полный капец. Так, давайте возьмем обезболивающий у нас. Так, в принципе, здоровье нормально. Так, давайте забежим наверх. Тут вроде бы никого нет. Давайте постучим. Нет. Видимо, тут их тех двое было. Не суть. Значит, я так и не понял, куда нужно направляться. Но, честно, за девушку обидно. В общем, пацана мы спасли, а бабу нет. Жалко. Лучше бы наоборот. Ну, ладно. Лучше бы вообще бы двоих бы спасли, на самом деле. Ну, ладно, что-то не делать. Такая сила. Он показывает направление движения. Так, давайте еще стучать. Вот лом достаем. Вот лом — самое идеальное оружие ближнего боя. Серьезно. Мне главное, чтобы просто сейчас не напрыгнули они все подряд. А то я тогда в прошлой серии бегу. И они резко все на меня напрыгивают. Человека 3, наверное. Ужас. А вот чекпоинт, отлично. Все. Ну, теперь чекпоинт хотя бы есть, и то хорошо. Так, давайте берем чекпоинт. Контрольная точка, отлично. Давайте стучать. Вот, кстати, а, тут еще третий даже есть, серьезно? Ну, и чё ты? Ну? Ты чё, глухой? Глухой, блин, дебил. Давай, беги сюда, блин, дебилоид. Сейчас тебя быстренько убьем. Он пока может развернуться. Главное не тупить. Все, никакого магма. У нас отличный лист. Дрободан. Так, все, мы сейчас спасем этого чувачка. Вот, хоть 2х спасли, то хорошо. Блин, жалко, девушку не спасли. Вот лучше бы мы их бы не спасли, а девушку спасли. Блин, я не знаю, просто капец какой-то. Ужас, это идиотство какое-то, ну правда, народ, ну я не хотел, чтобы ее убивали, это так получилось, ну я хотел ее спасти, ну как так могло произойти, я сейчас повешусь, реально пойду. Ладно, я шучу, это игра по сути, ладно, в принципе. Так, если что, у нас еще осколок стекла тут лежит. Давайте смотреть дальше, что да как. Значит, давайте привлечем внимание. Так что, народ, видите, нам даже патроны от обреза не попадаются. Ну, потому что это хорошее оружие. Оно такое. Вот девушка, давайте хоть ее спасем.
постараемся хоть ее спасти. Если я не спасу, я буду переигрывать. Серьезно говорю. Народ, если я ее не спасу, я буду переигрывать, реально. Серьезно говорю. Ну, я перемотаю все равно. Вот, вы это не увидите. Я буду переигрывать, если я ее не спасу. По новой. Хотя бы одну девушку спасти. Так, давайте, короче, стучать. Готово, осколок стекла у нас уже есть. Вот. Аптечка тут лежит, так, это хорошо. Так. Ага. Откуда ты взялся? Тебя вообще не было. Придурок, блин. Скотина, блин. Взялся откуда не возьмись. Ой, мачете, такое тупое оружие на самом деле. В этой игре я имею в виду. Ага, тут еще тот стоит там. Ни хрена себе, у вас тут какой-то таракан. Как тараканов, блин, серьезно. When I flush this turd, I want you to light the ringworm up. Shit. Another one for a glad bag. Скотина. Вы по двое не ходите, вы разглядитесь, блядь, дебил. Мне же вас так убить сложно будет. Иди ты нафиг, знаешь, с таким хождением. Ни в коем случае не пали меня. Быстрее, чтобы не спалил. Все, отлично. Давайте привлечем внимание. Вот тот друган убит. Иди, подойди к нему туда. Да подойди ты, блин, придурок. К своему другу, блин, не подошел. К такому же дебилоиду, как и ты, блин, придурок. Не суть. Короче, давайте смотреть. Давайте еще постучим. Не волнуйтесь, в этой игре не будет бабок, которые будут говорить по голове себе постучи. Такого не будет, не переживайте. Так, давайте, наверное, побежим вперед. Ну, побежим, мы привлечем внимание. Я пока тут никого не вижу. Мы, по-моему, тут всех убили. Да. Итого, мы уже нашли с вами два лекарства уже есть. Два лекарства. Так, давайте смотреть, как сюда забраться. А, никак. Никак, все, мы... Так, давайте изучать еще. Пока тут никого, видимо, нету вблизи, учитывая, что... Я никого не вижу, народ. Никого вообще не вижу. Так, а, нет, отсюда мы выбежали. Или нет? Да, отсюда мы выбежали, короче, да. Так, а куда... Вот-то девушка. Вот она. Нам нужно как-то попасть сюда. Короче, вот еще третье лекарство. Нормально. Нормально так, неплохо. Ага, нашел, все. Нашел, вон еще третий чекпоинт. Так, давайте открывать дверь. И что делать? В смысле, как это открыть? Как это открыть? Серьезно? Ужас. Еще застрять тут никого не хватало. Эта игра того не стоит, чтобы не застревать. Блин, капец, я не знаю, как попасть. Тут там, походу, да, по всему видимому нужен ключ, чтобы открыть ту дверь. Ну, судя по тому, что мы тут спокойно бежим, скорее всего, тут врагов нет. Но здесь они могут быть. Ага, вот он, враг. Я уже его вижу. Я правильно пошел. Нам нужно, короче, с вами, народ, добыть... как вам объяснить? Короче, ключ добыть. Стучим. Ага, вот он. Все, я его сейчас привлеку. Привлеку его жалкое внимание. Так, сколько там времени? Мне в 11 уже не начали. Так, пока еще рано. Иди давай, дрын тупой. Чё за смс? Ай, понял. Отлично, все. Попрощайся со своей угрюмой жизнью. Стучим? Нет, никого нет. О, все, хоть девушку спасем. И то отлично. Я хоть чему-то рад. А то хоть одну девушку спасли. Отлично. Мы, кстати, власть. Да, отлично. Получается, мы спасли аж троих. Трех пацанов и... Или двух пацанов. Да, двух пацанов и одну бабу. Нормально.
Вот, открыл. И чудным образом открывается дверь. Это же как по волшебству. Прям мы спасли эту девушку, и дверь сама отворяется. Блять, ну Rockstar, ну могли бы хоть это продумать Ой-ой-ой. Могли бы Rockstar хоть это продумать логично. Я не знаю. Почему, типа, дверь сама приоткрылась, как какой-то, блин, волшебной сказки, я не понимаю. Могли бы хотя бы, например, этого я убиваю, у него ключ находится, например, тут. Я открываю эту дверь ключом, и вот это логично, в принципе, нормально, логично. А тут она сама по себе, блин, взяла, открыла. Круто вообще, офигенно. Разумеется, происходит резко врагов. Не, они, видимо, там. Давай, беги сюда. Всё. И, разумеется, происходит очередной резко, как же без этого. Ну, блин, вот с дверью реально туго, Rockstar. Вот я вот огорчен вот с дверью. Пошли, я говорю, что хочешь, типа, к этому придираться глупо, не глупо. Но сам подумай, дверь просто сама по себе, блядь, открылась. Вы понимаете, если бы это был какой-нибудь Гарри Поттер, я понимаю, да? А-ля Гарри Поттер какой-нибудь. Да, там это может быть, там волшебная сказка, все такое. Тут, по сути, основано на реальной жизни, на реальных событиях. Тут просто как бы хоррор, но, блин, дверь открывает сама по себе, блядь, тело отвернулось. Ветер подул, она отвернулась, дверь. Охуи. Офигеть. Так, я уже забыл, честно, куда нам нужно бежать. А, туда, да, точно. Стучим. Нет. Пока никого нет. Итак, значит, я уже подзабыл, куда нужно бежать, на самом-то деле. Или не подзабыл, не знаю. Знаю, не знаю. Так, давайте... Блин, я забыл, куда бежать, честно признаюсь, наверное. Так, тут мы спасли того чувака. Сюда побежали. Не знаю, не знаю, не знаю. Я уже заб... А, да, вон, я уже... Я, походу, понял, куда нужно бежать. Бля! Бежим. У него оглушающая винтовка, народ. Все, отлично. Правильно, мы все бежим. Вон он, тот резко произошел. Ну давай уже, ну беги сюда. Сморчок. Пропал. Давай! И просто тут спрятаться нет. Капец. Ну, где он есть? Капец. Я не знаю, что делать надо. Где здесь по это сам? А вот. Вон он, все. Скотина! Падла! Как ты спалил, брась? Как ты спалил? Давайте привлечем внимание побольше, как он сюда идет. А то иначе он уйдет обратно, развернется. Взял, спалил, блин, каким-то хреном. Скотина. Где ты есть, падла? Так, сейчас он вроде нас не видит. Ага. Давай, давай. Да давай, ты стучи по стене, дебил. Давай еще стучи. Видишь, он не хочет идти. Да давай, что ты... Скриптованный ублюдок. Давай, давай, иди поближе. Что делать, я не знаю. Капец какой-то. Он дальше вообще не идет. Короче, давайте я знаю, чем его убить. Он нашим дробашом. Сейчас он развернется. Дробашом его убил. Можно теперь, в принципе, сменить.
Сейчас, народ, секунду, секунду. Все. Вот у нас три есть. Снайперская винтовка с оглушающим газом, нормально. Вот, прикиньте, если бы он нас здесь бы сейчас бы убил. Это ужас бы был, на самом деле. Пришлось бы перепроходить заново, я бы этого не хочу. Так, давайте постучим. Короче, наверное, это последняя точка сейва. И будет уже финал. Потому что я уже устал проходить, на самом деле. Тут что-то просело чуть кадров, я не знаю почему. Так, у него еще вон... Вот еще один придурок, разумеется. Давайте сейчас. Сейчас он развернется, мы его быстренько убьем. Продвижемся вперед! Я спрятался. Скотина. Ну, что происходит? На! Падла. Падла тупая. Да, ты, падла, ты, не переживай. Тут кроме тебя никого нет. Остался без боли. Я вообще думал, что сейчас нас убьют. Я серьезно думал, что все... Я даже вообще это самое... На самом деле, как бы начал уже сдаваться. Реально, я начал уже сдаваться, но они меня даже не убили. Я сам в шоке, как только могло произойти. Не, никого тут нет. Видимо, да. Я сам в шокере, народ. Вот, отлично, как раз обезболивающий, нормально. А то мы спрыгнули на тот уступ, да, народ? Мы спрыгнули на тот уступ. И все, и мы обратно уже вернуться не можем. Он же не может, как CJ, это самое, вскарабкаться никуда. Он этого делать не умеет. Вот. Поэтому у нас других вариантов. Вот опять пейнспрей. Опять, да. Че нажимать? Что делать? А, просто нажать на кнопку. Понятно. Какой-то магазин, пенспрей. Тут какой-то магазин, то ли оружие, то ли непонятно, чего это магазин на самом деле. Так, и мы открыли дверь. А это говорит о чем? Правильно, о том, что сейчас может произойти резко. Тут так, собственно, к гадалке не ходи, тут так и понятно. Это и так понятно, это, в принципе, и так очевидно. Нахуй я сказал, реально, вот зачем я сказал это, что резко будет? Это же и так очевидно, блин, ну вот я сказал, и меня спалили. Вот за что вот это вот со мной так происходит? Давай быстрее разворачивайся, ублюдище. Давайте, привлечем. Давай, беги. Там твой друг валяется, лежит мертвый. Иди, подойди, посмотри, что с ним случилось. Вот, да. Я вот именно об этом и говорю. Вот я во всех играх, вот хоть бы раз бы, вот что-то я в какой-нибудь игре бы открыл, и не респаунились бы враги, хоть бы раз. Но это же очевидно, разработчики делают очевидные факты. То, что когда открывается дверь, ты открываешь дверь какую-то, да? Происходит респ врагов. Это же, ну это идиотство какое-то. Ну это же очевидный факт. Ну зачем так делать? Лучше бы хоть раз бы они не респавнились бы хоть разочек. Вот это было бы уже в теме. А они скоты респавнятся. Вот зачем так делать, реально? Вот зачем? Смотрим ролик. Я умолкаю. Эпизод снят, нормально. Охотников убито. 2 убито, казнено 17. Ну, хуёвенько прошли, 41 минута. Вот. Ну, такие вот, собственно, дела. Плюс я еще потратил минут 10, чтобы перепройти. Короче, эпизод, ну, посложнее, чем прошлый. Да, посложнее. 3 точки сейва. Собственно, ну, кому понравилось, там оценивать. И на чём мне это все говорить? Ой, все. Это была 7-я серия,
Вот. Увидимся в следующей части. Все. Всем пока.